Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный. И мы играем в игрушку «Их миллиарды». Кого их миллиарды? Конечно, гастарбайтеров, которые приехали работать и зарабатывать сумасшедшие деньги. 3 рубля в сутки. Модернизируемся. Так, давай здесь тоже переднюю часть всю в камень, просто чтобы стало больше. Тут очень много дерева, значит, нужно что на что-то ее потратить, это дерево. А вот и я знаю на что. Идем в атаку. Сейчас построю мастерскую заново. Кстати, с этой стороны закрываться. Кто будет с этой стороны закрываться? Так вот, пусть пока будет. Давай через атаку вверх. Оу, золото. Я добрался до золота. Это хорошо. Но нужно ли оно мне? Вот в чем вопрос. Сколько здесь? Ну, 120, да, допустим. Конечно, пока химер справляет. Но я не представляю, чем их убивать. Вот как и чем их убивать будет. Можно, конечно, было бы приготовить шаверму на всех зомбаков, из которых, чтобы они им отравились, пока едят. Но я не думаю, что это хороший план. Мне кажется, этот план не очень. А вы как считаете? Хороший план отравить зомбаков шавермой? Или все-таки не очень? Через атаку пошли. Вот так вот зачистим, если кто-то там будет мешать. А здесь пока я дальше защищаюсь. Камнем. Двадцать пятый день, скоро атака, и нужно уже поставить хотя бы одну Теслу. Давай как раз вот здесь я поставлю Теслу, где хотел, вот в этом уголку. Она все уже закроет, и этих солдат можно освободить, куда-нибудь перевести, ну, например, сюда. Там у кого-то проблемы. Да ничего, разберутся. Давайте сюда. Все? С запада. Запад. Ага, это как раз вот с этой стороны сейчас пойдут. Хорошо, пошли назад. Видите, как нежданно они решили нападать с другого фланга. Давай тогда вот этот здесь сделали, да? Это все тоже, пожалуйста, мне. Ну, передняя линия только в камень, пожалуйста. Потому что я хочу все-таки поэкономить чуть-чуть ресурсов, чтобы потом на них себе купить надувную женщину. Ну, можно было бы и настоящую, но настоящая не настолько прикольно. Если вы понимаете, о чем я, да? Надувную женщину не надо кормить. Она не требует времени на то, чтобы собраться, там, косметику намазаться. Не надо ей свидания, там, всякие эти самые цветы дарить. А еще надувная женщина не настолько пошла, как обычные. Потому что обычные думают за каждый вздох или чих, что за этим, если даришь цветы, то это сразу уже секс. А может, я еще хочу подумать? Может, я не такой? Может, я отличка, кому я вру хотя?
Так, здесь надо Теслу поставить. А я успею? Хоть 2 часа осталось. Ребята, все, кто есть, давайте на этот фланг. По-моему, сейчас отсюда как пойдет армада несметная. И что хочешь, что... Лучницы, вы где? Да-да-да-да-да. Смотрим. Разведку. Орда! Зомби, бегите сюда! Комсомолки вас ведут к верному пути. Коммунизм, он тут. Чуть-чуть сбоку. Тут чуть-чуть левее. Вот так вот. Так, солдаты погнали сюда. Ну, пока не знаю. Пока, мне кажется, это была не очень-то хорошая идея вести именно сюда. Всех это Ctrl двойка. Хорошо, двойка тоже побежала сюда. Ну, там никто не дойдет, там уже стоит башня. Отлично. Сейчас Тесла пойдет только эффективней. Молодцы. Ну, на этом все. Двойка пошла сюда, единица пошла сюда. Давай еще солдат. Здорово. Лучницы, комсомолки возвращаются сюда. Все на ремонт. Ворота. Кстати, в исследованиях нужно же исследовать еще башни, чтобы применять любимый прием мой, который чуть не привел меня к поражению в одной из серий. А именно башни в переднем ряду стен. Здесь все уже из камня. Давай строимся. Башни в переднем ряду стены. Это то, что нужно. И мастерская, кстати. Чё ж никто мне из вас не напомнил, что мастерская? Товарищ атомный, как вы не сделали мастерскую? Что ж вы будете делать без нее? Как вы будете выживать? Никто не предупредил. А я на вас надеялся. Давай, 2 мастерские рядом. Нормально. Что касается Теслы. Хватит мне еще на Теслу. Да, хватит. Вот тут вот как раз поставлю. Нормально будет так. Ну, чуть-чуть. Вот так вот. Да, почти всю стенку перекрывает. Хорошо. Теперь электроэнергию. Не будем экономить. 30 камня. Собирай. Значит, единица пойдет по классике атаковать вот эту часть, а двойка пойдет вот сюда. И единица еще соберет все, что вот здесь валяется. Давайте. Ну, так. Самое веселое занятие. Теперь у меня будет 2 кола. И можно будет на кол посадить. 2 их. Даже 3 кола, да? Замечательно. На кол. На кол. Собираем. Блеск. Двойка. Ну, давай сюда. Стоп. Ну, ничего, пусть атакуют. Чем это все закончится, как всегда. Единица. Работаем. Угу. Толпа. Как клёво, когда переключен режим по атаке самым дебильным зомби. В первую очередь уничтожаем дебилов. А потом толстых. Стоп! Отлично, справились. Еще железо. Не-не-не, стоп. Стоим. Двойка, ну в атаку сюда. Стойте.
Вот, да, нападайте вот так вот сюда потихоньку. Всех, кто придет, уничтожим. И строительство вышечек пошли закрывать. Теперь вот эту тактику, когда в переднем ряду у нас... Что? Правильно, вышки. Потому что они лучше впитывают урон. И здесь давай. Вот так вот. Во втором ряду жалко нельзя поставить, знаете, так в шахматном порядке. Я не ставлю везде, потому что, ну, не имеет смысла. Только в самых опасных направлениях. Все, по-моему, не хватает ресурсов. Отлично. Можно собрать, значит. Все, что здесь валяется. Собрали. И вот такой сюда. Отходим, двойка. И через атаку пошли. Как там солдаты? Держатся? Держатся, молодцом. Деньги есть, но я не дам. А вы держитесь. Вот так вот. А что я хотел? Ага, здесь золота не хватает. В атаку сюда пошли. Ну чё, все стоят? По-моему, получилось прекрасно. Стоп. Хорошо, исследование, исследование. Перво-наперво мне сейчас нужны, ну не знаю, как домики, наверное, все-таки фермы. А вот эти домики пока можно улучшать в каменные. Что, кстати, не хватает ему? Пищи. С пищей. Ага, ну первую я как раз и начал делать ферму, правильно. Все правильно, электроэнергия. Давай вот здесь. И еще электроэнергию, да? Где-то вот тут, наверное, поставим. Все, этого должно хватать. На все. Через патруль бегайте. Лениться в атаку. По-моему, я зачистил эту территорию. Остался только проход как раз к гарпиям. Стоп. Стоп. Ну, пошли. Через атаку, ну. Что-то... Что с Теслами? Здорово. А что его тут не поставить? Вот так вот. Хорошо. И вот здесь Теслу тоже нужно поставить. Даже чуть-чуть повыше. Вот так. Одна пускай будет. Что, хватает? Да, хватает на башенки. Значит, поехали. Ну ладно. Все, ресурсов не хватает. Здесь нормально, солдаты. Пошли тоже сюда. Единица. Через атаку с этого фланга. Ну, можно сюда, в принципе, тянуться, да. Здесь золото хорошо получится, еще что-то, чтобы насобирать большое войско. Давай вот эти солдаты пока станем сюда. И вот эти казармы тоже начинают производить солдат. Тоже собирать их вот здесь вот. Давай чуть-чуть выше. Оп. Все нормально. Лучница, давай забежишь вот в эту и вот в эту. Сядете, будете себе спокойно сидеть и наблюдать.
за всем, что там происходит. И вы. Одна сюда. Вторая во вторую вышку, которую я сейчас дострою. Вот так вот. Нормально. Что с едой? Еды не хватает. Я как раз, по-моему, исследовал фермы. Да. Хорошо. Ну, давай 40. Пойдет здесь. А что, уже не хватает ресурсов? Золото. Давай чуть-чуть. Продам железо. Все. Хорошо, 64. Здесь вот 65, 70. Это было где-то 70. Так, что-то упало. Вот, 65. 70, 58. Ну давай, 65. Еды теперь должно быть завались. 62, 67. Здесь не поставим. Вот, 62. 72. Хорошо. 314 еды. Отлично, все хватает. Модернизируемся. Все в камень. Пошли сюда. Вот эти ребята все сюда. Я так понял, сейчас мы подойдем вот так вот к, собственно, этим самым. К гарпиям. Гарпиям. 200 золота. Давай еще чуть-чуть. Не знаю, мне кажется, в этой игре не хватает немножко геноцида. Вроде как и есть убийство зомби, но как-то это не так, это... Не так ярко, как можно было бы. Кто-то хочет бороться за права зомби? Типа, как же, зомби тоже люди. У них тоже есть права. Они тоже хотят любви. И гармонии. Давай, погнали вверх. Солдат на максимум. Двойка. Ну, пошли сюда. Ctrl 2. Так, мне кажется, или это отсюда потихоньку гарпии вылазят? Да, кажись, отсюда. Ну, если так будет идти, то все нормально пока. Я пока не вижу больших проблем. Работают солдаты. Или это они на 30-й день типа специально идут в атаку? Ёлы-палы, смотрите, идут и идут гарпы. Пауза, слушайте. Что у меня здесь со здоровьем у солдат? Я хочу очень посмотреть. Опа, пионер. Убегай. Один умер. Убили, блин. Солдаты, ну нужно как-то отходить, что-то делать с этим. Это очень плохо. Ну-ка, все живо сюда, на подкрепление. Пошли. Это что-то вообще не то пошло. Ребята, ребята. Уходи отсюда. Убили. Уходим. Я понял. Все очень плохо. Так, встречаем вот здесь их. Живо строимся. Солдаты, быстрей, 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 быстрей. Ну, ничего не сделаешь. Кто-то умрет. Стоп, стойте, ждите. Давайте живо сюда. Быстрее уходим, 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 уходим. Стоп!
Ctrl 1. Встали сюда. И держим позицию. Мы много бойцов потеряли. Много хороших пионеров, которые служили родине. Из-за того, что какие-то дурочки легкого поведения взяли и напали. Без предупреждения. Как фашисты. Только без гранаты. Где атакуют? Я не совсем понимаю. Пока я не вижу, чтобы тут кто-то атаковал что-то. Ремонт. Ага, еще электровышка. Сюда электроэнергии у меня пока завались. Так что просто тянусь сюда. Этот солдат пусть идет оборону здесь. Стоит. Даже двойку, да? Поставим. Два справятся со всем. Один как бы ни о чем, а два это уже сила. Даже три. Все, пусть там с этого направления три солдата будут как раз прикрывать. Мне кажется, если волна пойдет, то 33-й день, да? Единица, ёлы-палы. Я думаю перекрыться вот здесь вот. Нормально будет. Есть. Ну да, вот тут я и закроюсь. Будет оборона следующего уровня. И тянуться дальше. Здорово. Ребята, пошли все сюда. Сколько у меня? 38, да? Солдат. Ну, рядов их здесь стало явно меньше. Но не настолько меньше, чтобы прямо сказать, знаете, клево. Ctrl 1, пошли сюда. Это у нас Ctrl 2 становится здесь. Продолжаю производство. Продолжаем, не останавливаемся. А тем временем здания все в камень. Хватит мне столько рабочих, интересно. Или нет? Золота не хватает. Нормально? Через атаку пошли. Пока не иду, да? Мы вот тут стояли. Давай становимся вот здесь. Солдаты. Встаем. Чуть-чуть полукругом. Вот так вот. Стоп. Ну, должны же подползать, твари. Ага, потихоньку поползли. Потихоньку поползли. Я уже вижу, что там ползут. Ребятки новые. Бежим еще. Ставим толпой. А здесь оборона. Почти финальная линия обороны. Раз, два. Конечно же. Башенка. И две стеночки. Блеск, по-моему. По-моему, блеск. Так, давай вот здесь вот. Оп. Ну, так вот перекроемся. Хорошо. Приманишь там их? Отлично. Мани, 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 мани сюда. Что-то они не очень ползут. Выше подошли. Стоп. Пошли. Стоп. Распределимся чуть-чуть. Стоп. Давайте, вот так и продвигаемся.
Стоп, стали. Стали. Стали чуть выше. Ну, пока они там стоят и ничего не происходит больше. Пауза. Оборона, оборона. Раз. Блин, не туда. Вот это снести. Вот сюда. Есть. Ну, нормально. Теперь вот здесь электровышку можно поставить. Тесла. Камень не хватает, 30-ки. Вот как раз вот тут вот. Еще давай. Это древесину дали. Ну, камень что-то меньше всего давалось. Пошли вперед. Что у меня еще с пехотой? Максимум давай. 162, 81. Еды будет не хватать скоро. Но все пучком. Все пучком. Еды не хватать. Давай ферму. Просто шик. 62, 74. Ну, давай 74. Здесь 46. Шо здесь что? 55, 50. Давай. Еды. И тут еще можно поставить еды как раз. 60, 64, теперь с едой завались. Электроэнергию. И надо больше этого самого дерева добывать. Чего не хватает? Золото. Сейчас привезут. Сколько у меня золота? 1322. Население 846. А мне нужно население 1600. Я только половину населения добыл. Оу. Ну-ка, живо расширяться. Причем максимально расширяться, как только возможно. Здесь лесок не поставить нигде. Здесь все уже стоит. И тут все стоит. Это да. Тут не поставить. Тут тоже не поставить. Где еще непостроенные дома? Все, что можно в камень. 53 солдата. Ну, не знаю. Мне кажется, этого уже достаточно для того, чтобы выбить кого угодно. Буду рисковать. Давай, один неопытный, подводи. Ну, а тут что у нас? Ага. Просто такая местность. Хорошо. Сюда нужно подвести батарею этих самых, потому что дерево. Надо увеличить добычу. Его становится прям очень мало. Вперед, вперед. Вперед. Ну давайте по отрядам, да? Ctrl 1. Единица пошла, стала чуть впереди. Ctrl 2. Ctrl 3. Кто-то подходит еще? Ну я не вижу, чтобы они особо как-то рвались. Вперед. 66 рабочих. 66 рабочих. Можно золотую шахту, да? 150 будет, а если так, 100 и, допустим, вот так, 60, 100 так, 70 так.
И еще поставить здесь, например, склад. Вот так вот, хорошо. И дерево как раз поддержит, да? Склад вот так вот усиливает. Вот так усиливает два. И еще дерево. И даже камень усилит. Просто блеск. Идеальное место. Тем временем население должно еще расти. 39 домиков. 938. Ну, 1000. Если все поставить каменные домики, все равно не хватит населения. Да, его будет много, но все равно не хватит. Можно все снести, да? Офигенно просто. Почему бы не снести все нафиг? Еще солдаты. 37-й день. На 39-й пойдет прямо волна. Давай пока этих не будем никуда отправлять. Это как бы резерв. Че, рыбку можно половить, да? Я переживаю, что если все ломанутся, то, конечно, со всеми солдаты не справятся. А если бы они шли так, как по чуть-чуть шли, то было бы клево. Назад давай. Подойдем чуть-чуть выше. Что здесь еще есть? О, бежит. Ну они вроде потихоньку как-то, но все равно не идут. Солдаты пускай строятся. И 11 дерева. Давай еще нужно. Где-то тут 10. Нормально. Нормально. И камень, да? Поставим 4, 6. 4. Где 6? Достает? Да, все хорошо. Просто блеск. Значит, а здесь я буду закрываться. Да. Вот так вот. С севера. Север это снизу. Это отсюда. Снова пойдут. А можно еще одну вышку поставить? Допустим, тут, да? Тут никак не поставишь вторую. Ну, максимум как-то вот так вот. Оп. А заборчик? Вот так вот. Да-да-да. Все, есть заборчик. Давай здесь еще электростанцию, чтобы закрыться красиво. Солдаты. Все. Бегом сюда. Включаем. Чуть-чуть еще. Есть. Ну, давай чуть-чуть позволим. Лучницы. Лучницы, давайте не будете бегать, будете сидеть на этой вышке и все, отстреливать всех, кого увидите. Здесь пока... Что у нас? Есть вышка. Еще вышка. Нормально, хватит. Защищен. Просто две Теслы, чтобы одновременно работало, тогда они сметут всех. А нет, север это не с той стороны. Волна наступает, а я думаю о том, как бы еще больше леса нарубить. Все тут идут. Я еще дополнительную вышечку построил, потому что она себя хорошо показывает. И здесь стали солдаты. Ctrl 4. А пока я укрепляю вот эту позицию, потому что здесь я буду встречать гарпий. И от того, как укреплена эта позиция, будет определяться, вообще выживу я или нет.
Здесь все нормально. Я уверен в победе. Здесь надо будет еще даже линию обороны дополнительно сделать. Потому что я думаю, что одной может не хватить. И лучше иметь всегда запас. Ага. Ну, я уверен, что отобьют, все нормально будет. Кстати, вот эту можно вообще-то снести. Все. Здорово. Вот так вот поставим. Вот тут новая вышка. Все, эти солдаты живо сюда. Эти тоже сюда. Опытных я посажу на башни. Кстати, что тут с казармами? Еще солдат. Не надо стесняться, еще солдат. 26 камня. Пока нету роста населения, но мне важнее сейчас оборону заделать. 40-й день, кстати, а мне до 56-го, правильно? До 56-го. То есть может сложиться такая ситуация, что даже... Что вот даже так. Надо будет что-то с этим делать. Угу. Давай желтеньких засаживаем. Просто самые опытные, они больше всего урона наносят, и они самые ценные. Поэтому пионеров, которые уже прокачались, стоит беречь. Давайте бегом. Рассаживайтесь по башенкам. Как бы каждая башня дает им дополнительное здоровье. Just tell me what to do. Is everything okay? Reporting for duty. Все. Здорово. Теперь электричество, да? Ну, тут первая, вот тут вторая будет. Или вот тут, если можно поставить. Я думаю, вот тут вот лучше. 30 камня не хватает. Есть. Вторая здесь не поставить. Вот тут максимум поставится. Ну, хорошо, давай так. Давай так, следующий ряд уже пускай будет деревянным. Вот здесь где-то проход. Ну так, закрываемся. Так, что тут у нас пошло? Потихоньку пошли. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Отступаем все за стены. Все за стены сюда. Потому что я знаю, чем это заканчивается. Это заканчивается весьма неприятными вещами. Давай становимся сюда. Один пускай выходит. И стоит. Дерево есть, камень. Давай все в камень. 4 домика в камень. Я закуплю сейчас камня много. Прямо очень много камня. Давай, 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 давай. Еще, еще. Хорошо. И все домики, которые увижу, давай-ка в каменные. Вот эту часть, я понял, она уже вся каменная. А, нет, вот еще. Один деревянный остался. Давай. Здесь все, больше нету. Здесь вроде все остальные, как я вижу, каменные. Да, последний был деревянный. Части. Еще солдат. Еще солдат. Ребята, давайте пошли сюда. Вот эта парочка пусть привлекает. Как бы небольшой отряд, который будет привлекать толпу. Опа, побежали, побежали уже. Отступаем сюда. Встали. Идут, идут.
хорошо. Правда, мало идут, но тем не менее. Побольше. Пока все хорошо. Становимся здесь. Переключаемся на атаку самых мощных. Всех стоит самая мощная атака. Включили. Ну, я думаю, я здесь все-таки вынесу теперь эту всю толпу, которая идет. Если что, на всякий случай, давай камешек. Ну, давай, вот просто так. Камешек. Если толпа вдруг решит бежать, чтобы тут уже было чем их встретить. 44 энергии, кстати. Очень мало электроэнергии осталось. Давай вот так вот ставим. Значит, нужно поставить другую электроэнергию. Вот такую классику. Давай, потому что... Хотя, можно и одну большую поставить. Ну, пока пускай такие будут стоять. Вот здесь, как бы, они никому не мешают. Еще дерево. Вот здесь 13, 9, 11, 13. Нет, вот. Ну, тут не получится. Тут 5, тут 10, 9. Нет, тут только 13 придется брать. Ну что же, одна 13. Пускай будет так. Давайте, отлично, здорово. Они потихоньку агрятся. Ну, это, конечно, долго, если так потихоньку выманивать. Но, с другой стороны, а как по-другому? Все в камень. Еще солдат. Пошли сюда. И переключаемся. Ну, такой наплыв нормальный, я выдерживаю его. Кстати, как они выглядят? На корточках лазят или что-то такое? Типа в платьях. Какие-то, ну не знаю, похожи на знать. Знаете, вот эти девушки там с балов всяких. Какой-то у них был огромный бал на весь континент и... И не сложилось как бы. И по чуть-чуть выходят. Прям совсем по чуть-чуть. Давайте тоже выдвигаемся. Небольшим отрядиком. А здесь еще электроэнергию можно поставить. Ну, как-то так. Пробуем. Конечно, это слишком жестко может получиться, но... А как иначе? Давай. Здесь электростанция. Ну, давай. Что у меня еще осталось с домами? 7, население 1130. Но я до сих пор не зачистил. Стоп! О! Пошли назад. Я прямо увидел, толпа идет. Нет, просто если туда подойти стать, то точно не выдержит против такой толпы. А если по чуть-чуть вызывать, то нормально. Через атаку пошли. Атаку назад. Стоп. Потихоньку, но так мне не хватит времени. Что у меня с камнем? Нормально. Сколько еще? 11 домов. 6 домов осталось деревянных.
Делаем население 1000, ну, 1250, да, 1300, допустим. Камень не хватает еще. Через атаку. Уходим, уходим, уходим. Ну, один погиб, да. Бывает. Стоп. Все, стелс-башня пошла. Надо прикупить, наверное, снова камня будет максимум. Рабочих. 96 солдат, но этого на самом деле все равно еще мало. Где еще деревянные? 6 как раз зданий. Прекрасно. Все в камне. Ну, тут еще можно построить домик. Давай чуть-чуть закуплю камня. Пока я смотрю, все нормально. Контролируем территорию. Контролируем все, что происходит. Домик. Ну, где-то здесь. Можно поставить домик. Ну, там уже только банк достает. Вот и здесь еще сверху можно поставить немножко. Солдаты. Пошли снова вверх. Стали вот так. По сравнению с началом, тут уже поменьше. Блин, хочется, конечно, сейчас закончить серию, но не получится. Никак не получится. Время уже вышло. Поэтому придется, наверное, следующий эпизод снимать. Погнали сюда, переключаем все. Ну, нужно продвигаться. А как же еще? Здесь электроэнергию. На втором уровне. Па. Все вперед сюда. Еще что у нас с казармами? Можно еще, кстати, одну казарму сделать. Даже, наверное, так я и сделаю. Все. Отбились. Давай-ка вот тут вот я сделаю вот так стеночку, чтобы они пока не трогали. Здесь продолжаем. Как только построятся вот эти стенки, сразу перевожу всех солдат на новые вышки и продвигаюсь ближе. Хотя еще Теслу нужно будет поставить. И казарма вот где-то здесь. Новая казарма. Население 1314. Ну, давай добью вот тут вот. Рынок в центре, как всегда. Что не хватает на рынок? Камня не хватает. Сейчас будет. Сорок шестой день, сороковой. Да ладно, наверное, я преувеличиваю эту серию. Она будет более длинной, но, соответственно, добью. Потому что нужно добивать уже противников. Так, закуплю еще камня. Камень, камень, камень. Нормально, на 3 Теслы. Мне хватит электроэнергии? На 3 Теслы, я думаю, хватит. Пошли. Значит, вот здесь. Первая.
Почему здесь нельзя? Типа уже слишком близко. Ну, а по-любому вот так только надо ставить. Здесь вот вторая. Ну, слишком далеко третья. Здесь солдаты, еще подходите. 100 солдат должно уже расправиться с ними. Когда будет почти достроено, тогда я и начну атаку. Пищи не хватает. Вот это да. Тут где-то я видел, да? Здесь можно поставить пищу, хорошо. 14. 67, нормально. 72. Плюс усилится. Здесь уже все застроено. 67 еще. 50. Ну и как-то ресурсов не хватает теперь. Пищи 0. Время идет. Погнали. Давай, давай, давай. Финальный штурм будет. Ну, если что, у меня второй ряд и третий готовы, поэтому... Я уверен, что должны справиться. Так, пауза. Все, все элита переходит быстро на новые башни. Живо сюда. Четыре. Здесь, ребята, давайте сюда. Погнали. Ну, вы идете? Садитесь. Пошли сюда. Все солдаты. Живо близко. К стенкам. Стоп. Пауза. Значит, сели. Хорошо. Есть. Все солдаты. Становимся вот так вот. Распределяемся и работаем, работаем по целям. Здорово просто получается. Тут еще не хватает солдат. Ну, садитесь. Или тут все? Тут четыре, да. Ага, они потихоньку пытаются укусить башню, но, конечно, это все до лампочки. А вот эти ребята что здесь стали? Проходим сюда. Нормально. Все стреляют? Ну, вроде да. Все, справимся. Отлично, работает оборона. Стеночка потихоньку. Отремонтировать бы ее вовремя. Есть! Давай-давай-давай-давай, клац. Быстро клацаем. На ремонт! На ремонт, на ремонт. Есть! Успел. Да, успел ремонт клацнуть. Хорошо. Теперь же возвращаюсь и домики. Домики. Для богатых уже. Рабочих. Думаю, тут даже один ряд хватит и будет уже нормально. Еще электроэнергии не хватает. Вот так вот быстро закончилось электричество. Давай сюда. Тут не поставить. 66. Ну, остались только обычные мельницы, которые нужно ставить. Вот так вот их. Море. Солдаты стоят. Выходите, привлекайте толпу.
Хотя я думаю, такой уже, в принципе, можно справиться с такой толпой. Давай через атаку пошли. Вся пехота, выходим. Все вышки. Сюда. Ctrl-1. Ударный отряд к бою. Стоп. 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 Опаньки. Да нормально, справимся, справимся. Погибнут, конечно, какие-то пионеры, но в целом нормально. Все, они уже не успевают даже дойти. Где-то 20-ок, 109. А сколько было, интересно, всего пионеров? Через атаку пошли. Кратер зачищен. Кратер зачищен. Клево. Теперь осталось только население. Тут буквально чуть-чуть пару домиков поставить, и все будет хорошо. Ту-ту-ру-ту-тум. На следующий день уже будет победа. Кто-то еще погиб? 108, еще один человек погиб. Елки-палки, как же так? По-моему, задачу выполнили. Смотрю. Да, уничтожьте все зараженные поселения, уничтожить всех зомби. Ну давай добиваем тогда. Где там еще остались зомби? Все, задача выполнена или еще нет? Там зачистили всех зомбаков. Тут у нас кто-то сидит. Где-то же я посадил лучниц. Лучницы, вы где? Лучницы, пошли добивать. Кого увидите, того и добьете. Ага. Вот где остались солдаты. В атаку. 1582. А где поселение? Почему не привезли еще людей? Должны же были привезти. Еды мало. Ну, что поделать. Давай, 2 часа, 3, 8, по-моему, приезжает. Да. Еда сейчас будет полностью готова. Лучницы. Мне кажется, здесь лучница не выжила. А, все. Победа. Получилось сложнее, но... Так вот. До следующего... О, император Квинтус Крейн ожидает вас в тронном зале. Сам император меня ожидает. Ура! Ох, как тормозит. Наш великий генерал вернулся. Прошло 3 года, и теперь союз имеет 12 городов. Я не знаю, сопровождает ли вас удача, или это просто талант. Но вы стали самым ценным инструментом для союза. Я человек, а не инструмент. Знаете, ваша ответственность растет. Если новые поселения будут подвергнуты заражению, зомби умножатся таким образом, что даже выдающихся стен Великого Кратера не хватит, чтобы избежать уничтожения Ленинграда. И мы вернемся в самое мрачное время, известное людям. Судьба Союза зависит от вас. Вы можете продолжить свой путь. Ну вот теперь до следующего эпизода, товарищи.